Добрый день, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такую БДМ-очку. Барана дисковая, прицепная, 2,5 на 4. То есть у нее ширина захвата 2,5 метра и 4 ряда дисков. Хозяйство не пользуется данными дисками уже с 2012 года. Ну, именно поэтому и продается. Значит, что здесь у нас происходит? Диски, которые есть, они в достаточно хорошем состоянии. То есть видно, что они еще могут поработать по состоянию самих ромашек. Регулировка углов атаки, передняя, задняя, присутствует. Здесь сзади должны быть, соответственно, колеса. Ну и цилиндр. То есть, когда переводится. Вот, к сожалению, колес не будет. То есть, нужно будет докупить два колеса и цилиндр. Рама в очень хорошем и достойном состоянии. Еще специально вам сделал фотографии. Здесь отсутствуют всего лишь две ромашки. Все остальное в комплекте. Я обращаю ваше внимание сверху, со всех ракурсов пытаюсь сфотографировать, чтобы вы все это увидели. То есть докупить только два колеса с дисками, доустановить. Ну и по факту, конечно же, нужно будет прицепить, хотя бы прогнать, посмотреть, что с подшипниками, потому что очень долго стоит. Но диски все в комплекте. Но с учетом того, что все это работало, механизатор говорит, да все, работало вообще абсолютно. Привезли, поставили, как только купили себе. Что они там, сначала рубин 9 приобрели. Ну, то есть там более-более современную широкую технику. Так что, кому необходим прицепная барана, кому необходимо, обращайтесь. У нас уже все есть в продаже.